Привет всем, мы находимся в установочном центре ПК Авто. Сегодня Kia Optima, и мы вам сейчас продемонстрируем работу магнитолы на андроиде с поддержкой штатных функций. Значит, была установлена магнитола на андроиде, был установлен сабвуфер, багажник, пульт управления под сабвуфер был выведен вот сюда по просьбе клиента. Поверните направо. Как видим, Яндекс.Навигатор нам уже говорит, кнопочки на руле здесь работают, громче, тише, вперед-назад, положить трубочку и поднять. Камера заднего вида здесь штатная. Переключаем в заднюю. Видим камеру. Линии парковочные поворачиваются. Партроники тоже работают. Кто подошел поближе? Но они отображаются. Верьте нам. Верить. Написанному верить. Климат-контроль родной, естественно, отображается. Внешняя температура 21 градус. На приборке у нас 21. Также, сейчас я его выключу. Например, если мы слушаем радио, то приборная панель нам, естественно, отображает, какое сейчас проигрывается радио. 87,5. То есть поддержка штатных функций заявленной работает. Магнитола подходит сюда штатно, приятно выглядит. Выглядит на самом деле современно, да, вот как сейчас модно, чтобы она чуть выпирала за торпеду. В общем-то, красиво. Присутствует большой эквалайзер расширенный и, соответственно, стон компенсации. Так как магнитола имеет большой экран, то грех не воспользоваться функцией разделения экрана. Нажимаем квадратик, Яндекс.Навигатор ставим себе налево. Ну, а, например, радиоприемник ставим себе направо. Съедем по навигатору, можем пользоваться радио. В общем-то, удобно. Вместо радио в правую часть экрана можем добавить любое приложение. Хотим YouTube, например, проигрыватель видео, музыки или просто браузер. То есть, когда мы едем с детьми, включаем им справа мультик, мультик у них работает. Давай сейчас покажем меню видео. Пожалуйста. Маленькие пассажиры смотрят видео, взрослые едут по навигации, не отвлекаются от дороги. Пропорции экрана можно менять, да, то есть навигацию сделали поменьше, видео сделали побольше. Это прикольно. Вот. Ну и, соответственно, громкость сабвуфера мы можем сюда убавить, чтобы там сзади не душило пассажиров. Надоело смотреть видео, развернули на весь экран, едем по Яндекс.Навигатору. Даже можем задать голосовым поиском себе маршрут. Поехали в Крым. С вами был интернет-магазин ПК-Авто.ком и одноименный установочный центр. Обращайтесь к нам, заходите на наш сайт, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и, как обычно, лайк за лайк. И в Инстаграм. И в Инстаграм.